Это последняя война Российской империи. Она кровавая, как любая война, которую развязывает организирующая империя. Потому что когда там гигантский динозавр там падает и умирает, вот, то эта туша огромная с маленьким мозгом, она может придавить все, что находится вокруг. Поэтому эта война действительно будет кровавой и страшной, но у нее есть только один выход, и здесь я с вами полностью согласен. Это военное поражение, разгромное России сегодняшней, и последующий ее распад, трансформация. Но совершенно очевидно, что никакого будущего у Российской империи как в сознании Путина, так и в сознании, между прочим, некоторых российских оппозиционеров, которые думают, что это в Путине проблема, а не в империи. Никакого будущего у этого образования нету.